Так, всем привет, с вами Стелс. Сегодня продолжаю игру Life is Strange. Блин, что-то у меня... Я хочу четвертый эпизод просто. Ладно, мы проходим Spooky House. Надеюсь, я записываю. Если это не записывается, то еще это. Ребят, сейчас на паузе я посмотрю, ребят. Так, вот это... Вот, так, секунду. Еще секунду, ребята, подождите. Все, ребят, мы продолжаем. Опять-таки, можно сказать это... Я не помню, что-то новое. Такого раньше не было. Главное, чтоб не было... Я не хочу этих новых говнюков. О! Я... Вот он. Там, где именно вот эта фигня. Где написано название, там почти ничего не двигается. Так что я там. Еще лучше я ни разу... Так, кажись, мы кукольника нашего встретим, да? Ребята... Да, это кукольник. Это кукольник... Кукольник... Я не хочу тебя... Хочу сюда. Да ладно! Да мне надо было смотреть, я так и не... Уйди! 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 Слышь, Чао. Я ни хера не помню, что сейчас произошло. Но этот кукольник, твою ж мать! Короче, нам опять эти комнаты придется проходить. Думаю, вам будет неинтересно. Хотя вам интересно всегда же. Ребята, все, с этим кукольником мне пипец. Никогда с ним не разбирался, не понимал, как с
ним бороться? Просто смотреть назад, что ли? Я так и не понял. Может, тут регенит просто хп, и только тогда... 303 комнаты было раньше. А, не, сколько там было комнаты. Попка, я ночую его. О, здесь... А, здесь же рандом, точно, ребят. Ой, сейчас его долго не будет, и слава богу, хотя бы надо 50 комнат пройти. А, ну точно, у нас же на серию 150 комнат. Я думаю, сейчас будет стоп, потому что этот кукольник меня выведет. Я хочу сюда. Хочу обратно. Ребята, это самая ужасная миссия, только начинается, только так, когда... Уйди! О, нельзя. Так мне не хочется тут... Так мне не хочется туда входить, но... Ребята, кажется, это придется мне сделать. Прошлая жертва наша. Готовлю свою задницу к Гогу. Ну не свою, а игроку. Привет, друг. Ты помнишь, что это открыто? Уйди от меня. Так, стоп, сейчас. Опа! Собака, ты мерзкая! Я вижу одну из... Утина! Блин. Да, иди, иди. Пока. Пока. Ё-моё, у меня опять на один удар. Уйди, пожалуйста. Уйди. Теперь я хочу отрегениться, если для начала хп, потом пойти дальше. Как вот насчет этого? Я с этим согласен. Ну, под половину хп меня точно не убьет. Я хочу опять направо. Расслабление, я хочу здесь остаться навсегда. Почему здесь нет? Ребят, извините, секунду. Ребят, мне кажется, или будет сегодня... А, я забыл.
Что-то, ребят, здесь все поменялось. Вроде сначала я налево ходил. Видай. Нужно, чтобы этот грёбаный кукольник не подходил ко мне. Вот и все. Не, ну я думаю, он не будет уже подходить, потому что я сдохну сразу. И, кстати, он как-то усложненный стал. Раньше я просто поворачивался, ходил, ходил, а теперь нет. Теперь так просто нельзя. Теперь только... Собака, что-то не то. Грёбаная капелька. Рябит. Фак. Опять. Может это открыть? Блин. Слишком близко надо подходить к этому, чтобы... Да! Все, так. Что-то мне не нравится эта музыка. Ну, еще 10 комнат дома. Я могу отдохнуть. Ну, блин. Хотя бы сто комнат сегодня надо пройти. Потому что мне нужно торопиться, хотя я давно еще прохожу. Можно не торопиться. Не, хотя бы... Нет. Мне нужно сэкономить мои драгоценные гигабайтики. Так что на сегодня мне хватит видео. Ладно, шучу. Я что-то первое видео снимаю. Ой, я только... Еще 5 комнат. Вот, нет. Еще 5 комнат, еще 4 комнаты. Еще 3 комнаты, еще 3 комнаты. И в следующих комнатах, я уверен, будет... Грёбаный... Блин. Кукольник. Теперь мне 100 комнат надо пройти. Вы так хотите меня затаскать? Если сдохну кукольник, все. А это мне не нравится. Это так червяк гремит. Почему? Ну не червяк, паук. О, здесь могу разобрать. Нет. Право. Да. Всегда будет, кажись. Потому что мне хочется спать все-таки. Да, мне все-таки хочется спать. Мне не нравятся эти звуки. Я немного... Ина! Раньше были хоть какие-то звуки, сейчас мне ни хера это не нравится. Я боюсь тебя. Мне слишком страшно эти комнаты. Хор слабо. Здесь мы нас. Так, налево, налево. Прямо. Прямо. Может, что-нибудь новое появится? Так. Точно валим! Ужас начинается, ребята. Еще лучше! Она слишком близко. Она очень близко.
Даже стульчик превратился в красный. Мне это не нравится. Стульчик. Стульчик спасал. Стульчик спасал. Надеюсь, она не смогла ударить. Потому что я пока. Я сейчас не особо ударю. Слишком для меня, ребят. Необычные рожицы, мне их уже не страшно. Где? Ау. Раньше этих звуков не было, значит, я был от нее раньше далеко. Сейчас я слишком близко. Значит, у нас... когда здесь комната встанет, я думаю, все равно это же. Все нормально встанет. Не, ее нет. Я пока ничего не могу. Я могу пока не бояться. Пока я не могу. Нет, она все-таки близко. Значит, я побегу. Беги. Беги! Вот это новый лагерь, так что... нет, здесь просто по одной бежать. Она слишком близко. Одна слишком близко. Уйди. Уходи от меня. Ой, ну что, ты слишком далеко. Нет, ты еще норма, ты просто меня идешь, ты слишком забаговалась. Опа. Это были ребра и кости. О, опять это. Так, дверь вон там, значит. Ты бесцветная? Ну окей. Ура, чего не можешь. Надеюсь, меня слышно. Если меня не слышно, то это пипец. Слишком пипец. Опа! 5 комнат. Надо было посмотреть, почему я не появился. Ребят, я думаю, я опять буду проходить этот дистанс, там вроде вышло обновление. Вроде. Я думаю, здесь... Ой, всё. Всё, ребят, здесь, я думаю, стоит закончить. Да, сохраниться. Посмотреть на этого милого котика. Почитать записку. Так, какой-то призрак, 2 призрака. Ни хера не понимаю. Ладно. Всем пока. С вами был Стелс. Сегодня проходил игру Spooky House. Oh, Jump Scare. Ставьте лайки, если вы здесь впервые на канале, то подписывайтесь, конечно же. Пишите положительные комментарии и предлагайте ваши игры. Всем пока.